Вот, пожалуйста, тихий час у рабочего российского. Отдыхает человек. Так, купил я батареечки. Вот они, батареечки. Летят все, не видят пешеходного перехода. А там красный. Какой смысл лететь, вообще непонятно. Ну ладно. Все, Валерке я отзвонился. Едем. Сейчас посмотрим, кто здесь. А, здесь Любанька. Любанька, ее мужчина. 51 год ему, ей 38. Ну, нормально, живут, работают. Вот она, говорит, заработала 40 тысяч уборщицей, там, подсобной рабочей. Такие дела. Костян сидит в интернете. Херащит. Я не могу залезть, говорю. Куда? В интернет. И, сука, вообще тупит, ну. У нас телефон тупит. Да, у меня связь что-то тупит. Так у меня шлик на YouTube. Я понял. Так, поехал я. У тебя какая связь? Билайн. А где этот Любкин мужичок, белорус? Че, долбанули бутылку? Нет. Ага. Я понял. Ну, поехал я отвозить этот наушник. Прислали посылку. Наушник для инвалида, для глухого. Вояка там есть у нас один. Не подводите, я вытащу нахуй всех отсюда. Сделаем документы, все сделаем. Да хуй, он дурачок. У него скачуха 48%. Какой 48%? Это мне и купил, блядь, 90%. А ему, блядь, все 99%, нахуй. Все, полетел я. Давай. А еще, блядь, я сегодня не позвонил по больницам. Надо, да. У меня есть для него одежда, все полностью одежда есть, все есть. Маньку. Да футболку я тебе свою какую-нибудь дам. Вечером, сейчас вот вернусь, принесу как. Надо, надо, да. Я могу это, может, попрошу этого бычу. Заскочишь, помоешься по-пыренькому. Да, я быстро, я ничего. Угу. Да надо, надо, конечно. Ладно, полетел я. Буду скоро. Давай. Мы с ним разберемся. Сейчас они ролики выложат, те блогеры. Что он там наговорил? Я ему, блядь, в два раза меньше ростом будет, сука. Ребята, Костян немного подзавязал, сразу начали у него болячки вылазить, ножку попросил, сейчас мне некогда возвращаться, я уже стартану, если вернусь, куплю ему ножку, болят, говорит, кишки. Кстати, ребята, проскочила такая информация, черный сказал, там ребята сказали, что ночью белорус вот этот лысый ночевал там в переходе метро, вот, поэтому я сегодня ночью пару раз выйду на улицу, посмотрю, где он, попытаюсь с ним побеседовать дипломатически, но если не получится, значит... Побеседуем, как получится. Вот. Но все же хочу тоже ему помочь. Вот. Я понимаю, что он немножко это тоже
пизданутый на пол головы. Вот. Но все-таки постараюсь найти его. Сегодня ночью он ночевал там. И когда увидел ребят, убежал, короче, босиком оттуда. Такая информация. Оставил ботинки и убежал. Видимо, некуда ему идти. Отовсюду гоняют за его характер. Ну, вот такая ситуация. Будем искать. И немножко расскажу, ребят, по деньгам. Значит, вот я, к сожалению, им там дал на бутылку, потому что люди болеют с похмелья. Вот. Откуда, значит, средства? Вчера переводили донаты Алексею из Коптева. Огромный привет, огромное спасибо. Вот. И Юленьке из Коломны за вчерашние донатики огромное спасибо. Вот. И пацанам из Сибири тоже вчера был донат. Большое вам спасибо. Пусть 1000 раз прибавится. Значит, пока мы купили водки, сейчас я приеду, куплю там ножку, какие-то обезболивающие просят, черный. Вот. Ну, все средства мы не будем тратить безумно. Вот. Мы копеечки притормаживаем, что ребята попросят, значит, по необходимости будем покупать. Продолжаем движение в сторону дома Ивана, нашего вояки. Вот я уже на Хорошевской сейчас выхожу, на следующей станции пересаживаюсь на автобус. Спасибо за просмотр, ребята, спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо. Не ожидал, никогда я не думал, что так мы всеми вместе возьмемся за данную проблему. Мне становится все более интересно заниматься этим. Поэтому будем двигаться вперед. Нехуя жаловаться на мои видосы. Ты что, жалуешься на мои видосы? Рамка ему, не рамка. Компьютер только, блин, 3 дня назад приехал. Я не могу программу там установить по монтажу видео. Или мне сейчас сообщение написал, блядь, 17:21. Но. Я, блядь, залез, 17:28, блядь. Так, я уже здесь. Ты говоришь то, что я долго думаю, блядь. Конечно, долго, я уже здесь, а ты только через 3 минуты ответил. Блядь. Я уже до дома пришел, а ты мне говорил на остановке встретишь. А что писать? Я думал, ты это, спишь, ты, наверное, и спал. Я спал. Но, работничек. А что работать, это воскресенье, что нет? А, воскресенье, я понял. Купил я 3 батарейки, но там внизу вот этой клипсы нету, которая закрывает батарейку. Там какой-нибудь кусочек лейкопластыря, изолентки, что-нибудь. Пока. Если он подойдет ему, мы это соберем денег, я там добавлю своих, добавлю ютубовских и купим новые ему. Он стоит, блин, 5. Ну, ты видишь, если подойдет, да. Ну, он, скорее всего, подойдет, потому что он такой универсальный. Ну, за 28 это круто, а за 5 купим, я думаю. Маска, да? Здесь поставить? Пошли вместе. Так, магаз. Хуёчек это что такое? Ну, типа, чёрчик, это я пошёл хуёвый. Так, пришли мы. Как всегда. Блядь, такая вонища, как живут люди, ёбаный в рот. Такая вонища, как люди живут. Кто здесь сдох? Здесь это. Здесь, по-моему, космос был ночевал. Космос? Валера одноглазый. А? Откуда? З-
здесь, наверное, ночевал, Валера. А. Вонища такая. Вон, да, в подъезде пиздец. Валера серьезный. Че? До мозга костей. Ладно. Вот, ребята, собрали мы, значит, этот аппарат, вручили Ваньке. Ваня говорит, да, что слышит. Слышишь, да? Да, слышу. Вот, все великолепно. Спасибо большое. Огромное спасибо, да, уважаемые подписчики. Долго мы не будем снимать, потому что он парень скромный. Все, вручили, все работает, все ништяк. Спасибо, подписчики. Ты выкладывай сейчас, слышишь? Я не записал нифига. Не записал? Да. Всем спасибо, ребята, очень-очень благодарен вам. Все подошло, человек теперь слышит нас получше, чем было. Вот. В дальнейшем мы попытаемся купить какой-нибудь посовременнее аппарат. Этот у нас советский, но прогресс есть. Прогресс есть, поэтому всем огромнейшее спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Подпишитесь на параллельный канал «Братское сердце». Чите огромное спасибо. Чите вообще грандиознейшее спасибо за данный аппарат. Нам Ваньке все понравилось. Все мы ему вручили, батареечки купили запасные. Вот. Работаем дальше. Просто мурашки по спине бегут, что у нас все получилось. Благодарочка всем подписчики мои дорогие, спасибо. И не верьте никому, что есть плохие люди среди нас.